приехали в город Медина. Очень туристическое место. Вот так вот. Вот так вот здесь все выглядит. И так как это средневековый город, в город здесь можно войти только через центральные ворота. И вот мы входим в город Медина. Медина – это первая столица Мальты. И здесь проживает 306 человек. 275 из них – древние семьи. Esi mans prezidents, stāsti, kā iet, vai šis ūdens ir dzerams vai nē, kā pa svaigi pļauta zāli var iet. Nesadrod kājas uz naglām, kā tu izvairies no aids, un vai esi kādreiz bijis ASV, Ja tu esi mans prezidents, ķer mani ciet, tu esi tāds pats kā es. Tu esi tāds pats kā es. Ja tu esi mans prezidents, māci man zakt, zakt domas un būvēt pilis, kur Nebūs ne cigāru, ne auto, nekā. Вот смотрите, здесь мы вышли на такую вот небольшую площадь. По сути, все небольшое. Сейчас будет панорама. Вы только посмотрите на это. Вон там видно море. Вон море. Здесь города. Медина — это город-крепость, стоящий на холме. И 10 вечера ворота закрываются, и в город попасть невозможно. Нужно вовремя выходить. Виноградники внизу, еще что-то неведомое растет, мостик, цветочки. Смотрите, разве это не прекрасно? Здесь на такую маленькую площадь удивительно много туристов, просто очень много туристов. Ну, это еще потому, что суббота. По выходным, знаете, всегда больше народу везде бродит. Так что вот тут какая-то церковь, наверное, или что? Что у нас там, поглядим? Улочки, то будет вот так вот. Смотрите, какой дворик прекрасный. И опять ручки на дверях, да, видите, какие.
возможность здесь так бродить долго-долго. Вот видите, такие ручки популярны. Где-то они натерты, где-то нет. И вот так вот мы идем. Начинает хотеться кушать, он думает о том, где бы добыть еды.